Ребята, всем привет! С вами Вика. Я живу 19 лет в Германии, о том и рассказываю, начиная свой новый влог. Находимся мы с вами рядом с моей дачей. Хотела я сегодня поработать, но дует очень холодный ветер и как бы очень холодно на самом деле. Хотя смотрите, погода довольно-таки солнечная, но дует очень холодный такой ветер. И на улице где-то 2-3 градуса, наверное. Приехала я на велике, взяла у Лёвки, хотела вообще покататься на велосипеде. Выехала, поняла, что очень холодно, я не смогу. Пойду на даче поработаю, думаю я. На даче тоже очень холодно. Велик очень грязный. Лёвка у нас катается практически каждый день по всяким таким лесным дорожкам. Ему нравится. Так, там ремонт начался. Я взяла с собой ножницы. И сейчас попробую найти одно дерево. Мне нужно пару веточек для того, чтобы сделать рождественское дерево. Не знаю, если найду, то срежу. Если нет, то нет. А так прокатимся с вами немножко по закоулочкам. Может быть, покажу вам наш райончик. У нас очень много красивых мест. Сама посмотрю. А то я все дома, на даче, на работе. Ну, в основном на работе, конечно, я ничего не вижу. Всю весну пропустила. Уже, смотрите, все цвело. А я даже еще вот вообще ничего не видела. Все, отправляемся с вами на велопрогулку. Так, ветер. Надеюсь, что что-то будет слышно. Смотрите, ребятки, я вам как-то в одном из влогов рассказывала про свою дачу, что она находится в зеленой зоне. Вот это место, не поверите, оно находится посреди города. Это такая парковая зона, зеленая зона для всяких птичек, букашек, таракашек, для людей, для кислорода. И вот там, где стоят машины, начинаются наши дачи. По сути, они должны были быть просто, правда, зеленой зоной, где травка, томатики, огурчики, помидорчики, все. А мы там понастроили, конечно. Такое замечательное, красивое место, парк. Здесь можно прогуливаться с собачками, с ребятишками. Вот здесь вот площадка детская. Все очень удобно и красиво. Вот, мы с Леоном, когда он был маленький, очень часто здесь играли на этой площадке. Потому что классненько, знаете, как в лесу находишься. Хотя, вот смотрите, здесь детский сад, там уже жилой район. Но там, правда, гора уже, пару домиков, и гора начинается, спуск с горы. И здесь, вот видите, там уже стоят обычные дома, то есть жилой район. Вот такая красота здесь. Вот в одном из этих домов живет Виктория, в самом большом. Ребята, вышла на такое место. Я это место вижу из своего кухонного окна. Вот этот вот садик. Здесь яблони, груши, наверное, не знаю, что это. И хотела вам показать, я, наверное, уже показывала, вот на каждом дереве висит ленточка и написано «Немит». Это государственные деревья, за ними ухаживают. «Немит» — это значит «возьми с собой», «возьми меня с собой». Когда осенью урожай созревает, яблоки созревают, их можно брать с собой. Здесь вот прям написано «Немит». Неожиданно. Смотрите, друг какой у меня здесь красавчик. Красавчик, друг. Трогать нельзя тебя, да? Только кормить можно. Ну, какая прелесть, я не могу. Ты не кусаешься? Красота. Красавчик.
такой мягкий-мягкий. Ты, боже ты мой, какая прелесть. Я, правда, не знаю, кто это. Но не баран же, да, овечка? Пишите, кто это, я без понятия. Вот еще один друг. Девочка его там подкармливает. Вкусняшечкой. Какая вкуснятина, пойдем кушать. Ай да, стол накрыт. Ай да. О, здесь еще один. Видишь? Идет, идет, идет. Ага. Иди, не бойся. Иди, не бойся. Да ладно, что ты выделываешься, пойдем. И тот не хочет. Снежка, смотри, как Снежка. А, держи, держи. Да не бойся. На, смотри, вот так, смотри, вот это будет. Там потешь уже. Какой же ты красивый. Обожаю качели, не могу пройти мимо. Мне нужно срочно было прокатиться. А еще здесь на территории есть лошади. Видите, есть такая фердотерапия. Ах да, я вам не сказала, что сейчас мы с вами находимся на территории Зоненхофа. Это солнечный двор переводится. Это интернат для особенных деток разных возрастов. Они здесь живут, учатся, и вот для них фердотерапия здесь тоже предусмотрена. Они этих лошадок кормят, ухаживают за ними, ну и также катаются на них. В общем, и трудотерапия, и фердотерапия. Лошадки очень красивые.
Здесь я мимо проходить не буду, буду прыгать. Знаете, я поняла, я слишком рано стала взрослой девочкой. Очень рано я повзрослела, а теперь я нагоняю упущенное время и упущенные возможности. Ребята, обожаю все вот такое вот. Мимо пройти не могу, надо попрыгать, покататься, покачаться. В детстве не наигралась, серьезно. Но у нас такого и не было в детстве. Таких площадок игровых. Пришла я домой, замерзла ужасно, руки, лицо, все холодное. И у нас сегодня такой закат красивый, вот я прям поймала, секундочку. Я готовлю ужин, у нас сегодня будет толчонка и гуляш. Вот, рассада моя сидит. Вот так вот я тут приспособила, на лавочку поставила эти парнички. И вот экспериментально, в общем, в парниках. И сразу в стаканах. Какая рассада будет лучше? На что вы ставите ставки? Вот это, в общем, как Лена сказала, я делаю по-новому. А это как я всегда делала. Ну, за исключением того, что я просто семечку сажала в землю. А в этот раз я их прорастила и в землю посадила. И вот они уже, кстати, вылезли. Некоторые томатики. Вот. И еще меня ждет работа впереди. Еще две шали будут сегодня. Видите, я все бросила, пошла на велике кататься. Но, ребят, что-то у меня, правда, выходные, не выходные. Два дня было, и я как-то не отдохнула. Поэтому я решила отключиться, переключиться, перезагрузиться, покататься на велике. А дела не убегут. Вот такая красота у нас. Смотрите. Смотрите, какое небо. Камера прям передает один в один, ребята. Как мраморная, скажите. Красота.